Здравствуйте, Анжан, на канале Видеокухни. Сегодня я готовлю холодную закуску. Баклажаны по-египетски. Потребуются баклажаны, корень сельдерея, я уже заранее отварила в подсоленной воде, морковь, помидоры, репчатый лук, чеснок, соль, зелень петрушки, перец и масло. Разрезаю пополам баклажаны. При помощи ножа вынимаю сердцевину, аккуратно, не повредив кожицу. Сердцевину измельчаю. Измельчаю отваренный сельдерей. Сельдерей варила 15 минут под подсоленной воде. Измельчаю лук и чеснок. Разогреваю масло. В горячем масле обжариваю лук. Лук готов. Перекладываю. Добавляю баклажан, сельдерей, мелко нашинкованную или же нарезанную морковь, солю. Смазываю форму для запекания. Наполняю баклажан. Начинка ушла вся. Теперь поверху кладу помидоры. Отправляю в духовку, ну, примерно на полчаса. У меня прошло 40 минут, баклажан готов. Баклажаны по-египетски готовы. Такую закуску подают охлажденные. Приятного аппетита. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, готовьте, комментируйте. И до новых встреч!